Юрий Шевчук предложил отдать часть зарплаты на ремонт Дворца спорта. На днях группа ДДТ выступала в Барнауле с концертом, сообщают корреспонденты информационного портала «Толк». Проходил концерт в ДК «Моторостроителей». Именно там Шевчук задал вопрос, когда вы уже почините свой дворец, ведь для рок-концерта в ДК слишком мал. Я даже готов часть своей зарплаты на ремонт переводить. Вот такой поворот. «Толк» напоминает, что недавно дворец купил Михаил Дроздов, владелец «Карандин-арены». Жительница Барнаула получила травму, поскользнувшись на ступенях торгового центра. На пояснице у девушки теперь огромная красно-сиреневая гематома. От боли, пояснила она журналистам «Комсомольской правды» Барнаул, сложно было даже сразу подняться. Кстати, управляющая торговым центром район посоветовала девушке лишь крепче держаться за перила. Алена, между тем, написала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности администрацию торгового центра. Как стоит себя вести в подобной ситуации? Свои советы на страницах «Комсомолки» дают юрист. Барнаульцы наконец определились, где должна в следующем году расположиться главная елка края. Напомним, отдать свой голос горожане могли на официальном сайте мэрии. Так вот, почти 18 тысяч человек считают, что ель должна остаться на прежнем месте на площади Сахарова, а дополнительным местом для прогулок вновь будет Арбат, сообщают «Аргументы и факты Алтай». Бомж сначала помогал храму, а потом его ограбил. Случилось это в Барнауле, пишут журналисты «Московского комсомольца» на Алтае. Добычей вора, который забрался в храм преподобного Антония Киево-Печерского, стали планшеты и трехдневная выручка церковной лавки – 3,5 тысячи рублей. Пока его ищут. Это, кстати, не первый в краевой столице случай ограбления церквей. На очередной сессии парламента Алтайского края, которая пройдет 28 февраля, депутатам предложат изменить финансирование работ по уходу за ничейными животными. Информация размещена на сайте АКЗС. Исполнение закона потребует дополнительного ежегодного выделения почти 8 миллионов рублей из краевого бюджета, чтобы лечить и стерилизовать безнадзорных животных. Законопроект предлагается для принятия в первом чтении, сообщает Политибру.